Первая песнички, иллюстрация самой этой идеи. Первая песничка марша в характер, вторая песничка у нас песенным, и третий танц, танцевальный характер. Обаче, за ученицы не самое важное кажет, а песенка правильно, прямо да покажи, по каких начин. Зато существуют штрихове. Ой, это страшное слово. Ну-ка, он помнит. Марш в характер, каков штрих? Деташе. О, деташе. Танцевальный характер, каков штрих? И песенный характер. Легато, видите, вот это по-некому изучился. Ну вот. Так, это первый стык. Тема правильная, это буквально за три четверти. Это первый годин, на самом деле, где-то в октябре, да? Первые три годины цвет. Ноти много проще. Две ноти всего, три ноти. Опачи, те ноти требуются свирить в ритм. А сам аранжировал эти песнички специально, наипопулярнее в России и в цветах. И след того, когда город узнает, что характеры штрихове, следующие посложные пьесы, и то с игами и свирями. И тогава наша задача ансамблева, задача. Как вот это означало? Означало, что ученик требует за ученика требует такие условия, то иск доправит грешка, а не может. Он принуден дослушать своих партнеры, принуден глядеть на своих приятелей, вот это сильно наля, и досверить ритмично, сверить музыкально и сверить на память. Итак, следующие три песечки, песнички, песенки. Меч и скупо, музыка Кочергина. Давай, меч. Танцевален и маршев, где треба там устали за характер. Следующий персишта. Давай. Анданте. Музыка Иосиф Хайден. Постепенно включим серьезную музыку, серьезные европейские композиторы.